Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по NextRP. Сегодня мы глянем обновление. Новый NextPass вышел. Посмотрим, что да как это делается. Ну, а перед началом ролика, как всегда, не забываем прожимать лайки, подписываться на канал. А я всем желаю приятного аппетита. Я всем желаю приятного просмотра. Ну, а мы погнали к ролику. И да, если ты также хочешь со мной играть на NextRP, то при регистрации вводи мой промокод HAMMON. Либо уже потом, когда зашел в игру, вот здесь пишешь мой промокодик. И получаешь приятные бонусы от меня. Ну а я, как всегда, всем желаю приятного аппетита. А опять же, мы погнали к ролику. Что у нас получается по обновлению? Заходим в F1, обновление. Обновление вышло 24-го, но я не успел записать. Главное то, что я хотел, это переделанный NextPass. Мне сказали, что это очень интересный, можно типа хорошо там залутать денег и предметов всяких. Поэтому смотрим, кейсы нам неинтересны, уникально неинтересно. Переделанный скин интересно, улучшение игровой карты, ну и все. В принципе, заходим на карту легенды, у нас есть, да? Так, включить-выключить жиль, вот, легенда, то есть поиск, можно по поиску ввести и так далее. То есть, допустим, я хочу найти, что, давайте найдем тюнинг. Тюнинг салон, видите, все. Вот он есть. Можно к ближайшему поставить метку, и он покажет, куда ехать. То есть прикольно сделано. Но меня больше интересует NextPass. Вот такой вот. Я уже первое задание выполнил, так протестил. Я его купил премиум пропуск, как видите, и протестил новое одно задание сделать. Просто, в принципе, заходим в задачи. То, что нас интересует, это проведите время 60 минут, это мы проведем. Потом сыграйте казино, в слот-машинах 15 раз мы сегодня сделаем. Блэкджек и выиграть 100 тысяч, думаю, легко. Расплавить жетоны и получить 5 единиц металла. Займи топ-5 королевской битвы, это легко сделать. Золотая спецгруз королевской битвы, это я не знаю, как делается. Выполни одни рейс летчик и получи награду 5 раз. Это что, дровосеки надо получить? Есть у нас еще ежедневные. Это проведи время в игре 24 часа, выполни 20 ежедневных задач на NextPass, подними третий уровень своему оружию, продай в сумме 75 кг охоты и утилизация и так далее. Ладно, давай сначала выполним, получается, казино, блэкджек. Сразу два задания выполним мы. Поехали, у нас наше любимое казино. Поэтому телефон. Эвакуация. Так, где моя тачка? Эвакуировать. Кстати, пока мы идут недалеко с оружейным магазином, не знаю, есть ли у меня, нет у меня прокачка оружия, потому что у меня нет этих значков. И я не могу его улучшить. У меня 23, а надо 15, да? Но я не смогу его улучшить, да? Да, видите, все. У меня нету этих очков. А как его пополнять, типа, за это я не хочу. Поэтому с этим заданием, конечно, они немножко как бы не то. Типа, тех, кто люди не донатят. Возможно, можно как-то еще и получать эти монеты. Напишите в комментариях. Я не знаю, как их получать. Но я, видите, не могу их сделать. Так, поехали в казино. Открываем тачку. Ну. Пи-пью. Все, я поехал в казино, для вас это будет секунда, для меня это будет печально издано. Так, приехали, получается, мы в казино, но я вам еще не показал, получается, что-то награды у нас на NextPass, смотрите. Первые эти кейсы были, мне там ничего не упало, кроме валюты. Потом идет какой-то винил, патронный винил, свобода, опять же кейсик, винил, а стену вот можно лутать вот здесь, и да их, да. Это на казино, опять кейсик, это не знаю, что такое. Деньги, патроны, это аксессуар какой-то. Кейс, маска, кейс. На 15 уровне в бесплатной ветке, не забывайте, новый скин, Марат. Это бесплатная ветка, не забывайте. То, что вам даже не обязательно покупать платную ветку. Потом анимации, патроны, это какая-то там скидка, кейс. Ну, на самом деле, по наградам, это какого уровня? 15 уровня токсичность, понял. Дальше такое себе, такое. Это вот понятно, кейсы.
бесплатные ветки, опять же, Kia K5, уникально в виниле. Все. Потом пошли платные ветки у нас. Вот для этого покупается платная ветка, что здесь еще награды даются. Но здесь, кроме Хуракана, в принципе, ничего нет. Но на самом деле, можно было бы и побольше. Сорян, Тёмка, я тебя не слышал, поэтому извини. Так, нам надо, получается, выиграть Блоджеки и... чем? Так, и Некспас задача, да, получается. Нам надо сделать ставку в слот по шинах 15 раз. Сейчас мы сделаем по-быстрому. И получается выиграть Блэкджеки 100 тысяч. Но думаю, это быстро сделать. А, слот машины это здесь вот, да? Да. Это не рулетка, это. Ну ладно, пойдем в золотой череп. И прокрутим 15 раз по-быстрому. Так, выигрываем 125 тысяч, и на этом мы заканчиваем. Теперь нам надо, получается, Александр Прайд. Не знаю, тот или не тот, но люди знакомые. Так, где у нас Блэкджек? Блэкджек. Надеюсь, да, вот он. Давай быстрее. Блин, надо болеть, это вылечить мне. Так, давайте свободное лобби. Ставим максимальную ставку. Чтобы нам выиграть сразу эти 200 тысяч, или сколько там, 150 тысяч надо выиграть, или 100 тысяч, не помню уже. Потом посмотрим. Вообще, в планах мне показать, как... А, у меня 21, все, изи. Я выиграл. Просто легчайшее, смотрите. Получается, заходим. F4, Next Pass, задачи. Получаем уже опыт. Получить все. Бац, есть. Награды, и я апну второй левел. Забираем нашу винильчик. Давайте поставим улитка, да? Давайте поставим мы, наверное, на... Что нам поставить? На Сканию. Да. Все. Заходим в задачи. Дальше, опять же, расплавь жетоны. А, тут даже можно подробнее делать, да, если ты не знаешь, что такое. Это вот удобная вещь, то, что ты можешь... Оп, сюда нажать. Тут надо расплавить на автомеханика. Переплавить. Или как это надо сделать? А, вот расплавить, да? Да, все. Изи, блин, задание сделал. Так, понял. Не так уж все это и сложно, оказывается. Даже тем, кто давно здесь не был и кто не играл, типа, я уже 380 сделал, на следующий уровень. Задачи. Королевская битва. Ну, давай попробуем. Через доступно 38 минут. Здесь, конечно, да. Ладно, пока мы другие задачи выполним. Летчик, выполните один рейс на летчике. А что у нас по еженедельным? 20, поднимите оружие. Вот это вот я поменял бы, потому что у меня нет этого всего. Вот это можно поменять. Я не хочу 35. А если это... А, обменять нельзя, блин, только здесь можно обменивать, да? А давайте мы поменяем, знаешь, какую? Дровосека. Эвакуаторщик 4 раза. Не знаю, правильно, неправильно это я сделал. Так, пока у нас нету, поехали выполним летчика. Так, приехали, получается, мы на летчика. Еле доехал, я пока доехал, я починил свой сиан 15 раз, блин. Так, глушим наш сианчик. Ты покинул, ну пофигу. Блин, надо поменять кнопки, у меня на пробел обычно я бегу, а здесь на пробел у меня прыжок. И почему-то у меня мои эти настройки сбиваются. Так, штраф и начать смену.
Все, куда бежать мне? Туда бежим. Нам надо сделать один рейс, чтобы выполнить задание. В принципе, это легко сделать. 4 рейса на экваторщике тоже легко сделать. В общем, я вам покажу сейчас, как это все делается, сколько можно опыта залутать и можно ли нормально пропуск, ну, уровень получить. Допустим, тот же самый К5 получить, Kia, которая... Я думаю, можно бесплатно это получить. Тех, кто здесь играет, ну, прям заходит каждый день, допустим. Это то же самое, то, что я делаю вот на другом проекте. Захожу каждый день, делаю свой Battle Pass, и там получаю награды бесплатные. И хорошие награды. Здесь, в принципе, то же самое сделали. Убрали больше донатки. Сделали больше, чтобы бесплатно было. Так, тут у нас не на этом. Да, тут у нас не на этом. Тут у нас... Ой, а как это управляется? Куда ехать? А, покиньте аэропорт, понял. Так, а как тут управляется у нас, получается, самолеты? Просто у меня на нумпаде, а здесь? Здесь нет. Я забыл, как в МТАшке управляется на это... самолет. Вот это проблема будет, а я уже говорил все. Подождите, вот, блин. Вспомнил, все, топанул. Тут же это QE управляется. А я нажимаю AD. Да. Давно я не летал в МТАшке, блин. Я привык все на GTA 5. Радио нам не надо. И взлетаем. Да. Все, а AD вот управляется так вот. А Q ты этим хвостом управляешь. Все, понял. Все, понял, начальник. Все, полетели. Да, и набирайте высоту. Набирай высоту. У вас есть 6 секунд. Ты покинул запретную зону. Прям как КС-ки. Бросить груз. А где груз бросить? А, вот. Но, в принципе, управление, не сказал бы, чуть сложнее. GTA 5 чуть посложнее. Тут что удобно, нам можно на этих, на клавишах, не на ампаде. Так что задание, в принципе, легко делается. Для тех даже, кто не умеет летать. Ну и все, возвращаемся. В принципе, это легко. Так, тут, если я помню, надо направо обходить. И чтобы я залетел с той стороны, потому что там забор будет. А мне надо с другой стороны обходить. Вот так вот примерно. Я прям по полосе ехал. Кстати, красиво смотрится, смотрите. Такой город, блин. И не скажешь, что это МТА. Это же не МТА, блин, как GTA 5 в натуре. Так все красиво. Не, на СТРП в плане вот графики мне нравится, как они делают. Прям очень нравится. Так, снижаемся, высоту снижаем.
Так, 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 так. Не висни. И как? А, да. То есть ты так не хочешь делать? Ну ладно. Давай по-другому сделаем. Мы можем и по-другому сделать. Не проблема. Ой-о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 й
забывайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тормози, тормози, блин. Все? Все. Приземлился. Слава богу. Все, изи. И деньги заработали, и миссию выполнили. Так, заходим, получается, F4. Next pass, задачи. Да, получаем награду. Отыграем потом еще 60 минут. Королевская битва у нас будет доступна. Два раза можно выиграть. И эвакуаторщик сделать. Все, в принципе, на сегодня задание выполнено. И можно спокойно потихонечку делать ежедневки. Это, значит, 170, 170, 170. Это получается 200, 340. И еще 170, 400, 500. 500, 500, 500, 560, да? И тут 900, а, ну 1000 еще. Плюс 1000 будет у нас. А, только с этого. А нам надо, получается, награды. А, не пишется сколько опыта? А пишется, вот, да. 550. То есть мы будем еще наполовину следующего. А, этого будем наполовину четвертого уровня. И плюс еще у нас задачи есть еженедельные, которые дают по 1000 почти. Поэтому даже вот выполняя вот это вот, даже может 24 часа провести, это легко. Это уже ты апаешь 6 уровней, и ты апаешь сразу 6 уровней. Если, конечно же, она не больше здесь опыта дается. В принципе, легко сделается. Опыт легко фармится. Мне понравился Next Pass. Итак, на этом я буду заканчивать. Ну что, пишите в комментариях, как вам Next Pass, стоит ли его проходить. Если нужно, то пишите в комментариях, я буду заходить каждый день здесь и проходить его, чтобы залутать какой-то опыт здесь. Ну а на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Ну и подписываемся на канал. Всем пока.